Приезд птенцов из ясли в брудер. В данном брудере имеется кормушка и вакуумная поилка. Брудер сделан в виде ящика, который разделен пополам. В каждой половине одна половина для более маленьких птенцов, вторая половина более крупных. Кормушка сделана из металлического профиля. Сверху стоит защита, чтобы перепелки не могли сувать. Залазить в кормушку могли только сувать туда голову и кушать, и не разбрасывать корм. На этот брудер я поставил выключатель двойной, питание от розетки 220. Каждую камеру могу отдельно включать свет. Поддон сделан из арголита. Чистится как в обычной клетке. Вытаскивается поддон, счищается шпателем. Вакуумная поилка сделана из обычной банки. Сверху намотаны такие вот фишки железно-металлические. И обычная крышечка. Заливается вода в банку, накрывается сверху крышечкой и резко переворачивается. И вся, что вода в банке находится, остается и работает как под вакуумом. Птица пьет, и вода опускается. Ячейка в брудере разная, в одной половине 10 на 10 миллиметров, во второй меньше, там где-то 8 миллиметров. А чтобы мелкие птенцы, ноги чтобы не проваривались. Дверцы сделал из стекла, обычное стекло, по направляющему опускается, очень легко снимается, и можно поднятием стекла менять температуру или подачу воздуха в брудер. На брудер наклеил памятку, какие температуры, сколько недель надо держать.
Данный брудер я использовал уже неоднократно. Птица у него хорошо себя чувствует. Понравился ролик, смотрите другие мои видео на моем канале.